Ленинградский районный суд. Здравствуйте, девушка. Я Здравствуйте. заместитель главного редактора СМИ «Камчатский регион» Антон Николаевич Булгаков. Я бы хотел услышать от вас информацию, как прошел так называемый суд над живым мужчиной собственным именем Анатолий сегодня. Нет, вчера. Проходила в закрытом режиме, я не имею права давать вам никаких комментариев. Подождите, а с чего в закрытом, если первые три заседания были открыты? Что, перевели в закрытый, что ли? Да. А где, где-то есть определение в связи с чем? В судебном заседании нашли основание и закрыли его. А, ну ясно, по беспределу пошли. Вы мне подскажите, чем дело-то закончилось? Он еще в СИЗО или что? Информацию на сайте суда, пожалуйста. Так у вас же там нету информации, не обновилась там информация. Нет информации. Уже есть? Да. А, ну, сейчас проверю. Благодарствую. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вот сегодня было заседание по делу, сейчас скажу номер, 1-581/2020. Да. Вот, хотел... Николай меня зовут. Хорошо. Хотел... В плане, кто? Мужчина. Ну, вы кем-то являетесь по делу? Я являюсь мужчиной, вы спросили. Это вот там дело над мужчиной. Это мой друг. И что? Вот я хотел спросить, как дела его вот не отпускают. Ну, я не имею права вам давать такую информацию. Нет, ну вы можете сказать, там перенесли суд или что? Его ждут дома. Что еще раз? Перенесли суд или что? Просто его ждут. Да, перенесли. Вы не являетесь никем по делу, я не имею права вам распространять эту информацию. Не, ну вы, в общем, перенесли. А на какую дату можете хотя бы сказать? Я не могу вам давать такую информацию. Но это не секретная информация. Стороной по делу. Еще раз. Это судебное заседание проходило в закрытом режиме и будет проходить в закрытом режиме. Вы не являетесь стороной по делу, я не имею права вам говорить об этом. Ну это не секретная информация, она все равно появится это на суде. Информация. На суде появится. На какой перенесено? Это скажите секретная мне. Секретная информация. Не может быть секретная. Я вам объяснить почему. Я вам объясняю, что судебное заседание проходит в закрытом режиме. Я понял. Объяснить вам, почему не может быть секретной? Вы являетесь стороной по делу. Я не могу вам говорить об этом. Я являюсь народом, а народ является властью. Секрета не может быть, когда заседание. Я вам еще раз объясняю. Судебное заседание проводится в закрытом режиме. Вы не являетесь стороной по делу, я не могу распространять такую информацию. Давайте вам ее... Так, я понял. Представьте, пожалуйста, кто мне отказал. До свидания. До свидания.